Ни дня без псевдоминирования. На электронную почту одесской полиции снова поступило сообщение о взрывчатке в здании Приморского райсуда. Из помещения сразу эвакуировали работников и посетителей. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Чтобы осмотреть здание и прилегающую территорию, оперативникам понадобилось 1,5 часа. Отметим, что это минирование может быть связано со слушанием дела антимайдановца, который пытался застрелить главу одесского удара. По данным местных СМИ, информация о взрывчатке поступила перед его слушанием. Но уже традиционно взрывоопасные вещества там не нашли. Работу госучреждения сразу возобновили. Резонансное дело рассмотрели, а его подробностях буквально через несколько секунд.